понедельника 5 марта 2018 года на Первом канале выйдет второй сезон сериала «Спящие». Сериал можно будет посмотреть сразу после программы «Время» в 21:30. Москва. Январь 2015 года. Полковник Родионов возглавляет департамент безопасности в одном из крупных столичных банков. Он хочет вернуться на службу. Кира теперь его жена. Она оправдана и вновь вернулась к работе в галерее. На одном из баз террористов в Северной Африке, на границе между Ливией и Тунисом, происходит подготовка к масштабному теракту в Москве. Местный сотрудник миссии ООН Джафар случайно становится свидетелем подготовки. Он оперативно передает информацию в Москву Родионову, как агент Джафар работает только с теми, кто его завербовал. На следующий день Родионов вылетает в Тунис. За день до этого Кира отправляется в Ливию по просьбе ее давнего клиента, влиятельного бизнесмена Павла Резника, чтобы оценить античные произведения искусства, а ее сын Артем с другой Мишей решают полететь в Стамбул. Прилетев в Тунис, Родион сразу узнает, что в аэропорту соседнего города Джербы взорвался частный российский борт, на котором Кира должна была возвращаться в Москву. Нарушая условия встречи со своим агентом, Андрей мчится в аэропорт Джербы, привлекая внимание боевиков. Джафар не успевает рассказать подробности подготовки теракта в Москве. Его убивают. Начальник департамента транснациональных угроз ЦРУ Конан Шелби, изучая подробности крушения частного российского борта, выходит на связь с Иваном Журавлевым, который теперь возглавляет русскоязычные СМИ в Праге, и просит его о помощи. Артем и Миша попадают в лагерь террористов. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.